В Дагестане создадут доступную среду для инвалидов. На это направят 235 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Для реализации задуманной цели закупят адаптированные маршрутки, установят устройства звукового сопровождения пешеходов и оборудуют социальные объекты. Все это будет реализовано уже в этом году в рамках госпрограммы «Доступная среда». В ее реализации участвуют 11 муниципалитетов Дагестана. Отмечается, что в Буйнакском и Шамильском районах, а также в Кизилюрте, все пункты программы на этот год уже реализованы на 100%.